Вспоминаю, была финская группа, по-моему, да, какие-то фрики. Потом вот Кончита Вюрст. Слушай, ну по поводу Кончиты, ну, оделся чувак, как захотел, или чувиха, я не знаю, оно оделось. Но спел-то классно, что говорит. Песня классная, ну, прям было. Поэтому все-таки это, наверное, певческий конкурс. Но мне кажется, что в этом певческом конкурсе вокал не самое главное. А Европа в последнее время привнесла такую тенденцию эпатировать, и она это делает успешно. Поэтому я не знаю, светит ли Полине Гагариной, достаточно чистой и такой невинной внешней девочке, чудесному человеку и потрясающей вокалистке хоть что-нибудь. Но в десятку вошли уже хорошо.